Этой осенью ряды вооруженных сил России пополнят 27 павлинцев. Вчера для них в родном городе были организованы торжественные проводы. 27 завтрашних солдат внимательно слушали каждое слово, произнесенное со сцены Дома культуры в свой адрес. От имени руководства района ребят поздравил с таким важным событием в жизни руководитель Бавлинского горисполкома Равиль Шарипов. Из его рук повестки получили четверо ребят, которые первыми этой осенью отправятся на службу. Так, 21 октября родные друзья будут провожать в армию Нияза Рахматуллина, Рената Закирова, Вадима Титова, Владислава Кантанисова. От имени военнослужащих запаса перед ребятами выступил участник боевых действий в Афганистане Ильшат Галяутдинов. В нашем городе стало доброй традицией проводить такие мероприятия. Сегодня ваш праздник, день призывника. Призывники – это вы, молодые люди, которые первый раз в жизни идете на службу. Идете, чтобы учиться защищать свою родину. Призывник должно звучать гордо, надежно и ответственно. Проводы в армию – это важные события в жизни не только самих призывников, но и для членов их семей и друзей. Быть солдатом – это большая честь для каждого молодого человека. Правда, говорят, что в армии делает из ребят настоящих мужчин. Армия – это серьезное испытание, это взрослая жизнь. Армия – это место, где закаляется характер. Армия – это дисциплинированность и организованность, взаимопомощь и сплоченность. Также вы никогда не должны забывать, что вы являетесь поколением народа-победителя. И помните, что теперь вы несете свою долю ответственности за судьбу нашей Родины. О том, что служить почетно и отдать долг перед Отечеством – честь для любого мужчины, рассказали военный комиссар района Ильшат Халитов и член районного совета отцов Азат Арсланов. А от имени призывников перед участниками торжества выступил Станислав Степанов. Вступая в ряды вооруженных сил Российской Федерации, я от себя обещаю честно и с достоинством выполнять все обязанности. Уважаемые наши родители, любимые земляки, честно, вам за нас не придется краснеть, потому что мы с достоинством выполним все обязанности. Себя же хочу пожелать всем призывникам отличной службы и скорейшего возвращения домой. Праздник с красивыми песнями, танцами, выступлениями воспитанников школы карате Киокусин Кайбарс наверняка надолго запомнится призывникам. День отправки не знаю пока. Вот сейчас собрался в военкомат получить повестку и сказать родственникам число, собрать проводы и пойти служить в армию. Проводы в армию в жизни россиян всегда являлись важным событием. Волнуются будущие солдаты, а еще больше их мамы. Поэтому самое главное желание солдатских матерей – это мирное небо над головой. Биг долг на нам, барлык родителлер дашулайдар инде, биринчи мәртәбә бит инде баланы җибәрәсең. Бөтен призывникларга да исән-сау йөреп кайтырга язсын. Айгүл Хусәйнова, Кадрия Гимазова, Айдар Гарифутдинов, БРТ.